Как помочь детям преодолеть школьные трудности, получить профессию? Людмила Викторовна Гарас – многодетная мама, подарившая семью и билет в жизнь многим особым детям, детям из психоневрологических диспансеров, рассказывает о своем опыте отстаивания прав своих детей. Как сложилась жизнь детей, которые уже выросли и живут отдельно? Ваня, Паша и Илья регулярно проходят интенсивные курсы в центре логопрогноз, а теперь и в центре для школьников нейропрогноз.
У-у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 -